вот Иисус – это как бы дверь, через которую все войдут, все спасутся. Но предназначение двери, чтобы она была не только открыта, но и закрыта. Сколько мы будем дьяволу разрешать из одной зависимости в другую нас кидать? Только избавился от вейпа, начал пить безалкоголку. Только избавился от безалкоголки, начал ставить ставки на спорт. Давайте ставить барьеры от этой всякой нечисти в нашей жизни, братья и сестры. Но иногда вот не получится решить вопрос на корню. Закрыть двери, потому что нужен свежий воздух. И нам нужно учиться ставить в своей жизни барьеры. Потому что барьеры как и помогают нам, так одновременно и нам и мешают. Знаете, многие люди говорят: а почему в моей жизни еще летает и ползает что-то из царства тьмы? Вот я вроде бы верующий, я вроде бы хожу с Господом, я вроде бы посещаю церковь. Я не могу, сны плохие, меня кошмарит, я не могу спать спокойно. Ответ очевиден, братья и сестры. Маленькая сеточка, она уже как бы не соответствует. Это когда ты был маленьким христианином, и у тебя была маленькая вера, у тебя было вот такое вот окно возможностей, такие двери, а ты ж уже вырос, ты ж уже не ребенок. Теперь свой дом, свою семью ты должен ограждать и заменить эту сеточку на более большую. Если ты установишь вот такую маленькую, вот так это все будет, то что-то будет прилетать. Что это сетка? Прообраз, да, чего? Это твоя молитва. Бог дает мудрость, он говорит: послушай, ну как бы ты можешь закрыть двери и как бы мучаться, у тебя не будет свежего воздуха, а можешь поставить сетку, которая даст тебе то, что ты хочешь, но в то же время она не будет пускать в твою жизнь всех, кого ты не ожидаешь. Знаете, если ты вот с такой сеточкой ходишь и молишься мало, у тебя вот эта вот твоя молитва, которую ты выучил, она у тебя на все случаи жизни. Приходят какие-то трудности и проблемы в твою жизнь, а ты с этой маленькой сеточкой ходишь, и на земле Вассанской, за рекой Иорданской, фу-фу-фу, блуд уходи, фу-фу-фу, блуд уходи. А не работает, знаете, этот змей куда-то заползает. Надо вот такие ставить большие сетки, чтобы ничего не залазило.